поскольку? Я молочный, и того дешевле. Молочный дешевле? Прикольно. Арбуз тоже 200, да? В общем, все вместе 1300 рублей. И возникает вопрос. Что стоит принести с собой чекушку водки и вылить в этот коктейль? И не переплачивать, как мы вчера, кто смотрел, в том непонятном кафе платили 500 рублей за мохито со спиртом, ну, с водкой. Короче, такой лайфхак. Идем вот в это кафе, берем с собой пузырик, выливаем и наслаждаемся. Хорошие мысли приходят опосля. Вкуснятина. С сахаром куда лучше. Конечно, это неправильно, но вкуснее.